Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Драконы, всадники Олуха. Второй день, забираем 25 миллионов рыбы. Так, модификрылка, кстати, она у меня есть. Да-да-да, именно премиум. Так, давай заберем шлем, хотя он нам и не нужен. Ну уж пускай просто будет. Я не понял, почему это у меня здесь? Так, Беззубик, а почему ты не на задании? Интересно, девки пляшут. Так, что у нас тут Грэм Гильдушка принесла? Ну-ка. Опа. Мне почему-то кажется, опять достанется эта гнилая рыба. Или... Ну-ка. Это повышенный? Ёк-макарёк, ребят. 525 гемов, прикинь. Как с куста. Вот это шикарно. Приключения. Ну что, давай... А, погоди. Мы пока ничего не будем отправлять никуда. Я посмотрю. Блин, прикинь, сейчас 350. Ну это... Ой, ну что ты. Ну здесь шестеренки, скорее всего, мне достанутся, ребят. Да ладно, 50 рун? Ну вы меня сегодня балуете. Вы меня сегодня просто балуете. Так, а это... А, Барс и Вепри у нас просто получили уровень. Ну давай мы их покормим и отправим на тренировку. Так, Сарделька, ты что нам дашь? О, 210 рун. Это меня устраивает. Спокойствие, только спокойствие. Так, пускай летит. Ну, а мы с тобой продолжаем забирать ресурсы и, соответственно, их отправлять дальше на поиски. Древоруб, лети. А ты-то почему? Ты, господи, ты же должен у нас добывать железо. У нас, кстати, уже 20 железа с тобой. Повысить уровень. Это у нас Клыка-Крив, которого я пытаюсь прокачать, да? Ладно, пускай он летит. Давай смотреть дальше наше владение. Блин, что же нам... А, все, я вспомнил, что мы хотели с тобой сделать. Сейчас, подожди, отказаться от этого выгодного. Здесь... Ну, ребят, придется, наверное, все-таки... Подожди их. Хотя, куда я спешу? Нам нужно глянуть. Я все никак не могу запомнить, что нам нужно для того, чтобы открыть вот этого вот смутьяна великого. Ага, нам нужны будут вот эти вот, плюс топорики, плюс фрукты, плюс это. Все нужно, ребята, все абсолютно нужно. А самое дорогое, это, конечно, вот эти вот кристаллы. Эти кристаллы нужно вот сюда, ребята, отправлять в путешествие нашего Беззубика. Сколько здесь требуется рун? 292. Иди, я сегодня щедрый. Эх, полетел он, ребята. Но обещал вернуться. Так, что еще я хотел сделать? А, этот, который там на корабле, иди сюда. Берем вот здесь. И берем вот здесь. Все, что заработали, то и потратили. Ну, если мы решили, друзья мои, уже собирать, как говорится, на элитного, на легендарного дракона, так давайте уже делать, что, как говорится, жмякаться, да, тут? Каждую рунку считать. Все равно их заработать здесь практически не... Что это такое приближение-то офигенно большое сделали. Все равно ты этих руны не заработаешь. Как бы ты тут не старался бы. Так, весночес. Мы тебя обучить-то сможем? 55 миллионов древесины надо, чтобы его обучить. У меня столько нету, к сожалению. Хотя, может быть, собрать здесь. Ну, тут только рыбка. Тут 10 миллионов древесины. Так, 5 лямзиков. Тут у нас 21 миллион рыбы. Ничего себе он добывает. Еще 3 лям... Нет, иди за рыбой. Все равно этого не хватит, да? Не хватит. Теперь меня отговорили прокачивать королеву огнеедов. Сказали, что она того не стоит. Где у нас там? Угу, парящий прихвостень. Кормим и отправляем на обучение. Так, где моя модификрылка? Лети,
тренируйся. Так, дальше у нас что идет? Наши легендарные драконы. Здесь забрали, отправили. Следующий, где у нас там дракон? Вот он. В плане, он даже на поиске не был. Что так? Что случилось? Кто шоркался без меня здесь, а? События. Ох, ё. Чего? Через 3 часа 14 минут закончится? Твою дивизию. Оно, наверное, длинное, и я не успею его, ребят, пройти. Осталось менее 24 часов. Трындец, друзья мои. В общем, профукал я испытание. Одно. 3. Подожди, ну да, 3 часа. Ну, за 3 часа я не успею здесь пройти все это. Элементарно. А это у нас будет доступно через... Так, оно сейчас уже доступно. Так, подожди, я что-то не могу понять, какое именно? Что-то и тут длинное, и тут длинное. Давай, короче, начнем пока с тобой вот это вот открыть. Поехали. Ну, сколько успеем? 50 рун, как говорится, успеем забрать. Там еще плюс пак будет валяться. Офигеть. Я, ребята, просто в эту игру не заходил сколько? 2 дня? А у нас, видимо, уже событие было активировано. Вот так вот. Из-за такой вот неосторожности мы практически сфейлились. Но главное хотя бы пройти то событие. Смотри, какое, а? Не поддающийся разбору у нас, а? Бро, ты что там такой крепкий-то? С чего вдруг? 16 уровня я так покрепчал. Да, тяжело идет парнишка-то. Очень тяжело, что он 275 хп еще себе заварганил. Ну тут, конечно, кривоклый хорошо его бомбашит. Он красный против зеленых, вообще топчик, да? Дамагер, так скажем. Ну и переходим на вторую волну, смотрим, что у нас тут. А тут у нас водорез. Причем тоже такой же, ребята, сложный на разбор. Несмотря на то, что он фиолетовый. А по фиолетовым зеленый хорошо наносит урон. Зеленых у нас нет, поэтому мы будем его сейчас тут до посинения колупать. Да нет, на самом деле быстро сейчас мы его ушатаем. Даже хиляться не будем, потому что, ну, незачем. Он хоть и толстый, жирный, да, поезд пассажирный, но урон он наносит слабенький. Так, давай двигаться дальше. Крутанем колесико и заберем с тобой прилив сил. О как. Шикарненько. Так, забираем с тобой 50 рун. Раз, два. 2 боя у нас будет бестолковых. Потом заберем с тобой пак. Так что вперед и с песней. Жаль, конечно, что мы вот так вот лопухнулись с этим событием. Очень жаль. Так, кто у нас там? Пристиголовый. Смотри, они по одному стоят, но они какие-то именно тяжкие на разбор. Глянь-ка. Тут только мой кривоклык, наверное, будет нормально бомбить, но и то не всех. И не всегда. Так, я уже чувствую мощь этого дракона. Он уже впаял не кисло. А что будет, если он накопит вообще супер атаку? Я даже боюсь представить, насколько он бомбанет. Ну, мы, надеюсь, этого не позволим ему сделать. Так, Барсик, давай. Эх, не добил. Так, опять фаербол. Так, укусили. Это у нас кто? Шепот смерти. Давай, наверное, понижение сделаем. Ну, зато мне нравится, что здесь они по одному. Это, конечно, круто. Наверное, на более высоких рангах, скорее всего, их тут будет уже по двое. И, скорее всего, они будут такие же мощные и жирные. А может быть, просто будет прибавка по волнам. То есть не 2 волны, а 3. Да что ж ты такой, не критуешь-то никак, а? Ну, вот у нас и очередная победушка. Заберем халяву. И это у нас...
плод мудрости. Да что ж такое-то? Я даже немножко удивлен. Плод мудрости. До этого была энергия. Хм. Двигаемся дальше. И истинный шепот смерти. Но этот, по-моему, ватный. Судя по ХП. Да, этот ватный. Значит, на второй волне будет что-то посерьезнее. Так, смотрим. Ага. Душитель тут стоит. Да блин, я хотел понизить броню ему. Ну что ты делаешь, а, шторморез, ё-моё. Пошел, просто взял и проатаковал, а. Негодник этакий. Давай уже добивай его. Молодец. Сейчас и с этим разберемся, да? Это сородич лаварыга. В такой броне, в специальной. Навесил на себе. Так, давай, наверное. Да нет, зачем? Понижение брони. Так, что он будет делать? Наверное, отхиливаться, скорее всего. Или щит. Нет, все-таки хильнулся, да? Хил ему, естественно, не поможет. Все, волна пройдена. Давай забирать. И на этот раз древесина. Да, было бы удивительно, если бы нам опять выпал бы плод мудрости. А вот и пак. И у нас с тобой, кстати, еще две энергии. Две энергии. Это получается здесь поединок, потом мини-босс. Сейчас я посмотрю. Здесь, потом мини-босс. Ну да, не хватит. Хотя, если купить откаты, например, да, то мы могли бы, наверное, успеть пройти. Но откаты стоят 265 рун, насколько я помню. 5 штук. Так что не вариант. Опять смотри по одному. Интересно. Ну-ка давай влупим. Бомбанем. И уничтожим. А, тут уже три волны, все, я понял. Вот он, гаврик. Клыкокрив. На тебе. Ух. Да, жарит он, конечно, не кисло. С этим не поспоришь. Ну что, наверное, хильнемся, скорее всего. Ты посмотри, а. Докопался до барсика и все здесь. И не отстает от него. А так, если... Блин, фигня получается. Придется добивать. И последняя, третья волна. Кревет. Давай, наверное, с кревета и начнем. Шторморез меня сейчас особо сильно не волнует. Как-то. Угу. А вот этот хламон, скорее всего, может добить. Но он решил штормореза покусать. Тогда хиляемся. И устраиваем ему трепку. Так, барсик, давай. Понижаем броню. И добиваем на следующий ход. Все, 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 все. Поздно уже тут метать икру. Победили. Сейчас заберем наградушку в виде опять древесины. 50 миллионов на этот раз. И все. Давай посмотрим, сколько здесь нужно еще поединков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть почему-то. Не пять, а шесть. Ну вот, я тебе говорил, 260 рун нужно. А вот в этом что у нас испытание? Защита торговцев. 50 рун здесь разыгрывается, да? 70... Кстати, здесь тоже очень длинное событие. Ну что, поехали? Защита торговцев. По-моему, мы уже как-то с тобой сделали такое, да? Опа, два лаварыга. Серьезно, что ли? Ну, поехали. Один 12-го, другой 13-го уровня. Еще так называется событие, да? Защита торговцев. Так, ну-ка давай, наверное, вот так бомбанем. А добить не смогли. И последний лаварык. Но волна еще будет одна. Так что расслабляться еще рано.
Удар сюда, плюс укус. И... да, наверное, вот так сделаем. Последняя волна. Так, громорог плюс... ну это же кревет. Это кревет какой-то, правда, специфический. И ватный. Специфический ватный. Фу, вынесли. Так, это у нас громорог. Он тоже не особо крепкий, не особо сильный. Так что давай. Ага. Ну что, Барсик, добивай. Милости, как говорится, прошу. Вот так вот. Крутаните колесо и получите в лицо. Ты прикинь, в первый раз мне выпадает прилив сил 3 штуки. В первый раз за всю игру, что я играю. Так, ну что, забираем с тобой 50 рун. Блин, нам бы 10 где-то взять, и было бы отлично. И мы могли бы с тобой продолжить проходить то событие. Ну, а так... опа. 2 двойных удара плюс громыль. Такой миленький громыль. Как карамелька выглядит. Но бомбит, поверь мне, далеко не как карамелька. Если не ошибаюсь, он фаерболами у нас орудует. Смотри-ка, что творят, а? Сухожильные-то. Минус 1. Давайте этого попробуем. Неужели фаербол? Опа, и промахнулся. Ха-ха-ха. А этот не промахнулся. Слушай, подожди секунду. Этот у нас с усиленной атакой. А, здесь одна волна всего. Фу, ребят, ну что я тогда переживаю? Здесь одна волна. Так что все четенько. Так, и добивка. Нет, не добивка. Вот так вот. Прекрасно. Крутим и получаем рыбу. 75 лямов. Так, зачем мне дополнительно? Это мне не нужно. Здесь пак. А вдруг нам в паке выпадет с тобой 10 рун, а? Кто знает. Бывают такие радости, да ну, вряд ли. Так, что я вижу здесь? Громыль плюс лаварык. Ну, начнем, пожалуй, с громыли. Уровень у них маленький, 12-й, тут 13-й. Так что разберем с полтыка. Блин, обидно, конечно, что мы с тобой событие одно пропустили. Блин, как вот слов нету. И за 3 часа, ребята, я не пройду, потому что мне сейчас на работу уходить. Если бы хотя бы день был бы, да, я, возможно, прошел бы. Мы бы подождали, у нас накопилась бы энергия, и я бы прошел. А так как мне надо идти на работу, естественно, я не смогу его пройти. Надо, кстати, было посмотреть, что там в конце за награда. Если там какой-то пак, то я особо не расстроился бы. А вот если бы банки, склянки или еще что-нибудь, было бы обидно. Так, это что такое у нас? Я не понял. Что за хламоны здесь стоят уже? Теребунькаются там на месте. Сразу минус 1. Фаерболами, да, бомбят? Не есть гуд. Давай, наверное, сюда бомбанем. Хильнуться нам надо. Это в обязательном порядочке. Что ты сделаешь, гаденыш? Вот что он сделал. Еще и повысил себе атаку. Это ты зря, братюня, зря. Так, надо было сюда вообще-то, ребята, сделать немножко по-другому. Надо было понизить броню, а после уже разбирать. А я сделал отхил. Хотя, кто его знает, что здесь лучше и как сделать правильнее. Главное, что победа. Крутим. И получаем 25 миллионов рыбы. Ну что, вот у нас и пак. Энергии 2. Получается, здесь поиграем. Это будет проходящий бой, да, получается? И получим 1000 тусклого янтаря. И перейдем на мини-боссика. Да, нехватка рун — это, конечно, всегда плохо. А я ведь так шиканул в самом начале. Получил же 500 с лишним рун.
и начал их как царь раскидывать налево, направо. А теперь они мне нужны, а их нету. Вот и сижу, кусаю локти. Вот так бывает, ребята. Никогда не спешите. Можно было бы все это купить уже в конце игры, но нет же, мне приспичило сразу же шикануть. Вот шиканул. Так, ну что, переходим с тобой на вторую волну. Опять же здесь костолом, опять же здесь громом рок. Чуть не назвал его громобоем. Хильнуться успеваем, отлично. Отлично. Так, этот сейчас кого-то бомбанет и, наверное, скорее всего, сюда. Ну, еще и не попал. Тогда все. Прижучим сейчас его к стеночке. Давай. Вот так. И здесь, нифига себе. Ну, он правильно, он слабенький был. 12 уровня. Для моих бизонов это, как знаешь, сосунки. Давай посмотрим, что на этот раз рыба. Я уже даже с закрытым... Я как только вижу на горизонте, там рыба мелькает или древесина, все, сразу ясно, что получит либо рыбу, либо древесину. И у нас получается, что последний поединок. Да? Битва за 1000 тусклого янтаря. Поехали. Ну, тут всем понятное дело, что будем прихвостня, да, бомбить. Это ни для кого не секрет, что прихвостень, да-да, владеет огнем. И у него супермощная атака огненная. Так же, как, в принципе, и у этого. Но у нас выбор не особо велик. Стоп. А, хотя можно, можно. Я вообще-то хотел... Я же нажал на хил. Ладно, добиваем его. А этот почему-то такой ватный. Но это же не брюхоглот, верно? На брюхоглота он не похож. Хотя расцветка вроде та же самая. Так, здесь у нас... О, вот этим займемся. Гарморок пускай пока отдыхает, ждет своей участи. А мы займемся скалой. Так, понизим броню. Он зеленый, поэтому надо его ослаблять. Так, что у нас там, громорок? Я думал, будет бафать. Но нет, не стал он почему-то делать этого. Теперь делаем вот так. Потом так. Сейчас, наверное, сделает баф. Я думал, бафнется. Нет. Бомбанул потихонечку. Давай так вот сделаем все. Да, ребята, мы потратили всю энергию, что у нас есть. И получаем с тобой пак. Крутим колесо. И 25 древесины. 25 миллионов древесины. Так, забираем тусклый интер. И пойдем открывать уже паки, которые мы с тобой получили. Ну все, 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 закрывай калитку. Так, на рынке новая акция, это все понятно. Зачем я рыбу забрал, не пойму. Ну что, смотрим, что у нас тут. Монета Одина. Громыль, громобой, шепот смерти. И ресурсы. Две руны. Я говорю, здесь никогда тебе не дадут целую кучу рун, чтобы ты не чувствовал себя опупенным. Так, дают передохнуть. Но не более того. Шторморез, костолом, лаварык. Три руны. Итого у нас 255 рун. Буквально 5 не хватает мне для того, чтобы... А вот, ребятушки, и фортуночка. Но опять же, нам с тобой еще один поединок там нужно будет сделать. То есть я накопил себе 260 рун. Это буквально 5 энергии. Так, давай заберем банки, эти склянки. Ну, окей. Что тут нужно открыть? Наборы карт. 12 штук, я только 3 открыл. А здесь у нас на открытие, а здесь мы забираем. Шторморез, лаварык, громобой, защитник. Окей. Что у нас тут? А я еще и даже пак забыл открыть. Ё-моё, как так-то?
Тормолез, громобойка, столом. 4 руны. Еще 10. О, 274. Ну что, друзья мои, пойдемте попробуем. Ну, не знаю, уже осталось 2 часа 49 минут. Как нам здесь сделать? Да-да-да, я покупаю. Вперед. А что там за... Блин, я... Кстати, здесь 100 рун. Мы с тобой... Мы пройдем. Мы пройдем, ребята, сейчас это событие. Надеюсь. Если не лопухнемся где-нибудь тут. Так, сосредоточились, ребята. У нас с вами один шанс сегодня на прохождение. Последний. Часики, как говорится, тикают против нас. Мы не имеем права на ошибку. Но ты-то что там ерзаешь? Ох, ё. Вот это он влупил, конечно. Опасный был тип. Так, врезаемся сюда. Ты что там будешь? Фигня это все. Тут 3 волны, поэтому расслабляться нам некогда. Водорез и скалотряс. Зашибись, командочку они взяли здесь. Поехали так. Нет, давай, наверное, вот так все-таки. Понижение брони плюс укус. Ну, естественно, он сейчас что-то сделает. Двойной укус будет делать. У нас с тобой, если что, есть отхил. Поэтому бомбим сюда. Делаем вот так. Ай-яй-яй, больно, печально. Ну, а что поделать? Придется терпеть. И добивочку. Нет, лучше отхилочку. Ах ты, я думал, что мы его ушатаем все-таки. Все-таки он на дорожку мне удар сделал. Так, а здесь у нас мини-боссики. Блин. О-хо-хо-хо-хо. Как тут сделать-то лучше? Как поэффективнее? Давай, наверное, начнем с костолома все-таки. Начнем с костолома. Почему, ребят, с него? Во-первых, он разбирается быстрее. А ветрокрылы мы с тобой сможем уже просто взять под контрольку. Именно на слепоте. И его уже здесь разбомбить. Но главное, чтобы у нас остался... А он у нас остается. Все. Тут топчик. Здесь мы с тобой все сделаем как надо. Пускай он тут пыхтит, что хочет делает. Шансов у него здесь вообще нету на спасение. Плюс не забывай, что у нас с тобой 3 груши и 6 прилива сил. Это немало. Особенно прилив сил. Сам должен понимать. Так, давай укусик. Опять же, ребят, слепота как только слазит, сразу же вешаем, чтобы он тут не буянил. А он буянить любит, как ты видишь. Поэтому продолжаем его по чуть-чуть разбирать. Уже где останется вот столько жизни, да, 2 полосочки, можно будет сделать понижение брони и уже на автомате его раскромсать. Как-то так. Даже можно... Нет, не хочу рисковать пока. Все-таки давай 100% доведем его до кондиции определенной. Практически предсмертной. А там уже, как говорится, плевать на все. Вот теперь уже можно... Да блин, хотел же понизить броню ему. В любом случае, трупешник. Давай крутанем и заберем с тобой что? Что-что? Пак. Ну, неплохо. Пак забрали. Забираем с тобой еще 1000 янтаря. И битва у нас сейчас будет за 100 рун. Ну, здесь будет обычный поединок. Здесь даже не боссики, не мини-боссики. А вот дальше, да, конечно... После 100 рун будет мини-босс. Кто у нас тут? Клыка Крив. Поехали, он ватный. 2 волны, интересно, почему? Почему мне сюда подсунули этого ватника? Скажи-ка на милость. Бывают такие, да, проходящие уровни. Ну, чисто на расслабоне, чтобы ты их прошел. Нифига. А не слишком ли жирно-то будет вам, ребятушки? Обалдеть. Они взяли 2 громелей, причем оба фаербольщики. Так. И этот. Блин, что делать-то тогда?
Этого мы добьем на автомате через отхилу. Кусаем. Блин, это сейчас если... О, сейчас если вмажет под усиленной атакой. И он вмазал. И этот подхалим туда же лезет, а? Так, срочно захиливаемся. И наказываем этого Громоли. Так, у него только одна атака. Ближний бой, все. Выпускаем свой гнев. Выпускаем Кракена. И Кракен справляется. Что она выпадет? 125 миллионов рыбы. Окей. А вот что это интересно такое? Там видишь какие-то осколки? Я не могу понять. Арена написана. Так, ну мы с тобой забираем 100 рун. Это нам нужно для того, чтобы сыграть последний поединок. На откат поставить 65 рун придется. Но поверь мне, это не тяжело сделать. Если дело стоящее, то, как говорится, не тяжело. Не в тягость. Кто у нас тут? Душитель, 3 волны. Друзья, 3 волны, поэтому готовимся. Не распаляемся по пустякам. Бьем конкретно и точно в цель. В данный момент у нас душитель. Это наша цель, которую мы должны как можно быстрее истребить. Потом уже начнем бомбить. О, он еще и промахнулся. Потом начнем бомбить громорока вот этого. Отпрыска, по-моему, да? Сюда. Что-то он там попытки какие-то делает. Ничтожные. Удар. Секунда. Ну давай так сделаем и добивку. Здесь у нас... Ну слушай, надо начинать с пристиголовых. Как это бы ни странно звучит, именно с них нужно начинать, потому что они у нас фаербольщики. Любители побаловать фаерболами. Любители побомбить моего барсика, я смотрю. Так, нам нужно с тобой... Этого мы добьем, наверное, на отхиле. Подожди, что такое? Я отхил же беру. Вот. Ну, о, все, мы потеряли. Смотри-ка, нам фартануло, ребята. Я думал, что барсика будут бомбить. Барсик, ты в курсе, что ты у меня просто родился под счастливой звездой? Тебя никто не трогает. Единственное, что вот этот хламон, конечно, пытается прожирить. Но мы, как ты видишь, сопротивляемся. Так, последняя волна. Кто у нас тут? Ё-моё. Все-таки, наверное, сделаем вот так. 2 водореза. Это не шутки. 2 водореза. Блин, да еще и этот, да? Скалотряс. Ой, скалотряс. Как тебя звать-то, ё-моё? Шипохвост? Нет, я уже забыл, как тебя величать-то. Женада из головы вылетела. Нам бы хотя бы одного с тобой уничтожить, а мы его уничтожили, да? Получается. Давай сделаем вот так. Понизили нам с тобой защиту. Я продолжаю бамбукать. Бамбукать, что это за слово такое еще, бамбук? Ну, от слова бомбить. Бамбукать. Давай так. Эй-эй-эй-эй-эй, так не котируется. А это последняя волна, да, получается? Значит, можно немножечко, немножечко, совсем капельку быть на расслабончике. Потому что остается последний, как ты видишь, дракон. И я думаю, что здесь он уже ничего против нас не сделает. Им нужно, по-моему, 3 или 4 энергии для того, чтобы сделать свой оглушающий удар. Он элементарно просто не успеет до него дожить. Вот и все. Смотрим, смотрим и забираем с тобой опять рыба, да чтоб тебе. Не древесина, именно рыба выпадает нам. И пак забираем. Тут практически рукой подать уже до завершения события. Получается у нас проходящий бой, мини-босс. И потом мы с тобой возьмем дополнительную энергию, потратив 62 руны для того, чтобы сразиться с главным боссом. В конце, как мы видели, разыгрывается пак. К
Как бы он мне не актуален, но все равно, ребята, раз уж начали, раз уж мы вложились сюда, потратили, извини меня, 200 с лишним рун. А вот это, друзья, я называю подлость. Подлость почему? Потому что меня выкинуло из игры, и, соответственно, мы потеряли с тобой энергию. Но поединок, вот этот бой, он у нас не завершен. Понимаешь, в чем прикол? И, соответственно, у меня не хватит энергии, чтобы допройти события. Гадюныш, блин. В черепашках-ниндзя, когда вот так вот вылетаешь из игры, по ошибке их, у тебя засчитывается победа автоматически. Здесь же не шажа подобного. Офигеть. Так, ладно, давай укусим и добьем. Так, скалотряс плюс пристиголовый. Давай, наверное, вот так вот вшпарим. Так, он фаер... Нет, он просто ближнюю атаку. Ну, скалотряс сейчас укусит кого-то. Или огнем. Нет, укусит. Вот что он делает. Нам нужно с тобой что? По идее, хильнуться. Так что давай. Я сказал, хильнуться, блин. Чепушило ты несчастно. Сейчас вот из-за этой... Сейчас вот из-за этого мы сфейлимся, да? Окей. Удар. Сейчас двоих. Ага, двоих, конечно. Трэш. Просто, ребята, трэш. Это была вторая волна, да? Ну что, нам придется с тобой сейчас тут вода... Ну, в принципе, вдвоем, я думаю, справимся. Если тут водорез. Ну и плюс. Как тебя звать-то, ёк-макарёк? Вылетел совсем с головы, ребят, серьезно говорю. Единственное, что у них больше шансов здесь накопить энергию, да, и бомбануть по нам как следует. Давай сделаем так. Понижение брони надо сюда. Вот-вот-вот-вот-вот, начинается. Понижаем ему броню. Только не говори, что ты сейчас еще уклонение, что ты мне еще хочешь тут барсика, гадюныш, ушатать. Не прощу тогда. Смотрим за энергией. Так, хиляться, может быть, нам стоит. Хиляться у нас не получится. Ну все, ему крышка. Да-да-да-да-да, конечно-конечно. И добивка. Все. Повезло. Крутим колесико. Выпадает нам древесина 50 миллионов. Но меня больше волнует другое, ребят. Как вот нам теперь выиграть два поединка? Вот скажи мне. 65 и 65, это получается 130, а у меня 114 рун. Как? Это все из-за того, что вот вылет как раз был. И отняли у меня энергию, естественно, друзья. Отняли энергию просто. Ни за что. Ушлепки, а. Я не смогу теперь пройти, мне не хватает рун. Я только обрадовался, думал, сейчас пройдем с тобой события и на тебе балалайку. Мне даже их взять неоткуда, понимаешь? Так, что-то у нас тут какой-то слушай, какой-то расколбас идет. Не хилый, кстати. Они все почему-то на моего этого нападают. Моего барсика, бедолагу. Этот еще под усиленной атакой. Смотри, что вытворяет, а. Жестко. Я тебе скажу, это как-то очень жестко для первой волны. Что он тут вычудивает, конечно. Так, кревет, он, кстати, сейчас сделает свою массовую атаку. Он же электрический у нас, да? Если он сейчас вмажет. А он вмажет. Пипец. Нам надо как-то хиляться, отхиливаться, я не знаю. Здесь еще не легче, а. Ну ты посмотри, что
Почему так супер сложно-то? Да блин, я ж просил тебя отхил делать, барана. Я не понимаю, что творится здесь. Давай, давай, давай. Еще и атаку себе усилил. Молодец, красавчик, что я могу сказать еще по этому поводу. Барсик, давай вот уничтожай вот этого хламона. Барсик, если он выживет. Но выжить он выживет. Все практически слил. О, видишь? Глюканул. Я говорю, ребята, в игре пошли недочеты, я уже сразу вижу. Вылеты и тому подобное. Это вот все из-за этого. Багуется. О, опять вернулся в свое состояние. О какой чесноте тут может быть идти речь? Вторая волна только лишь. Еще третья. Пипец. Третья впереди волна. И как мы теперь будем с тобой здесь без хила работать? Вот объясни мне, пожалуйста. Как? Каким образом? Плюс все зелень. Сплошная зелень, друзья. Первым ходит. Ну, тут, наверное, лучше ставить вот на этого. Давай бомби там своих корешей. Это ничтожная атака. Как мы тут будем? Фиг его знает. Это будет чудо, если я их разберу. Кстати, опасно. У него, ребята, полностью энергия. Так, мы его заблокировали. Да ну, это... Ну, это бред. Это сейчас сделает супер удар, да? Ну все, я понял. Короче, мы проиграли. Не дано, ребят, не дано мне пройти это событие сегодня. Палки в колесо воткнули. Обалденные. Поэтому этот не хочет нифига делать. А этот и рад стараться уничтожить мне Барсика. Да тут проигрывать надо. Тут все. Здесь, как говорится, уже делать нечего. И все началось именно из-за того, что эти гады отняли у меня энергию. И самое это обидное, что следующая энергия накопится через 3 часа 15 минут, да? Через 3 часа 15 минут. А событие заканчивается через 2 часа 29 минут. То есть даже если ты захочешь, у тебя не получится пройти. Давай, пак. Что у нас тут? Лаварык. 2 руны. И 5 рун. 56. С этого набора, ну, предположим, еще 5 рун выпадет. Так все равно не хватит. Ну, не хватит и все. 10. 66 рун. То есть на один бой. Ну, мне-то нужно 2 боя, а не один. Вот в чем соль. Тут еще загадочно можно, конечно, глянуть. Да, по большому счету, я сам виноват. Мне не надо было изначально тратить столько рун, когда я получил их с путешествия моих драконов. Я что-то обрадовался и начал тут распуливаться. Туда отправил, сюда отправил, да? А в итоге... В итоге остался с носом. Так бы у нас все хватило бы сейчас. Ну, я, например, даже и подумать не мог, что у нас с тобой событие заканчивается через 3 часа. Вот серьезно тебе говорю. Так, а у нас где-нибудь есть, может быть, пак такой, который, в котором можно найти руны? Как ты думаешь, есть такой пак у нас с рунами? Вот что вот в этом паке может содержаться? Покажите мне. Просто сокровища. Какие нам не говорят. В этом чисто рыба. А в этом, я так понимаю, чисто древесина.
Ну, а в этом у нас идет железо, рыба. Угу. Ё-моё. Скользкокрыл, громорог, принцесса огнеедов, экзотический размягчитель, иглоспин. Вот это прикольно, да, смотрите, и брызговик. А что вот в этом? А, это мы только что и смотрели. А в этом? Просто экзотический хакату. Драконьи наездники получают фиговую тучу. Да, когда мы с тобой были на драконьих наездниках, конечно, у нас вообще никаких проблем не было. Ни с рунами, да, ни с древесиной, ни с железом вообще. Ну, железа еще тогда не было. Вообще не было никаких проблем. Рынок, руны. Чтобы купить, например, 600 рун, это... А, это набор рун. Груда рун. Тут смотреть видео и получить бесплатно. Сколько? Ну что, друзья мои, еще не все потеряно. 325 рун. Мне даже пришлось пойти на кардинальные меры. Потому что здесь есть такая штука. Сейчас... Короче, про монетки, да, если руны ты хочешь заработать, то есть ты заходишь вот сюда, посмотреть предложение, и там, например, скачать игру, поиграть, там дойти до какого-то уровня. Короче, у меня был выбор скачать ТикТок и его запустить, и я за это получил там, по-моему, 150 рун. Плюс еще за просмотр рекламы мне надавали, там по 10 рун за один просмотр. В общем... Продолжаем, ребята, наши события. Я должен успеть его пройти. 2 часа 16 минут осталось до конца. Надеюсь, у нас получится. Так, блин. Ну, придется брать. Придется, ребята, брать. Поехали. 5 энергии у нас есть. Но не забываем, что здесь сейчас противник пойдет. У нас, кстати, с тобой... По-моему, нету ни груши, только лишь прилив сил. Щет. Как вот тут со всем этим барахлом совсем разобраться, я даже не знаю. Они еще такие сильные, жирные здесь. Мало того, что тут они сильные, так еще вторая волна будет, и потом, естественно, третья. Как бы расслабиться они мне здесь не дадут, это явно. Главное, чтобы... Не было никаких критов. Блин, этот же сейчас что-нибудь да предпримет. Наверное, какой-нибудь фаербол или еще что-нибудь в этом роде. Смотри, у него сколько энергии. Так, а он себе повышает атаку. Слушай, нам повезло, наверное, если это можно назвать везением. Если я ударю сюда. Слушай, а если мы наоборот с тобой сделаем, знаешь что? Вот так вот возьмем его под контроль. Вот таким вот образом, да? Здесь мы сделаем вот так. Может быть, нам это как-то поможет? Так, ну слушай, ну неплохо он сюда жвакнул. А вот этот у нас будет... Давай-ка мы его уничтожим. Дальше мы сделаем вот сюда удар. Плюс опять же хил. И что? Он пока слепой, ребята. Поэтому не переживаем. Переживать стоит за следующих бойцов. Тут тоже нас, блин, как говорится, готовы все тут разобрать на мелкие кусочки. Так что будем пытаться. Так, промахнулся, это нам повезло. Удар делаем сюда. Сейчас два этих охламона будут ходить. Фаербол этот, что сделал? Укус? Укус он сделал. Так, бьем сюда. Естественно, делаем отхил. Этот мне не нравится, совсем не нравится. Что будем сделать? Придется сделать вот так и вот так. Других вариантов не вижу, ребят. Кусанул, а этот? Нет. Блин, а как нам его добить? Ну, если сделаю так... Фу, повезло. Этот наш пока, да? Этот парень пока наш.
Уклонение, естественно, повышает себе атаку. Но вот здесь вот что теперь делать? Вот в чем вопрос. Как тут быть? Или не быть? Вот в чем вопрос. Они будут ходить втроем. Вся эта великолепная троица довольно мощная. Так, первым ходит Ветрокрыл. Бьет сюда, ладно. Этот кого будет, наверное, ясен перец. Так, Лаварык. Лаварык меня вообще, если честно, блин, хотел сказать, не особо сильно пугает, но он меня пугает. Че, у нас получается вообще, что ли, на пределе? Получается, что мы играем с тобой на пределе, на офигенном, потому что если сейчас этот талан просто ударит. А вот этот-то сейчас бомбанет, и бомбанет, скорее всего, сюда. Нет, на Барсика. Он удар сделал на Барсика. Так, смотри. Бьем сюда. Здесь у нас будет добивка, говорю. Будет. Будет офигенная добивка. Но если мы пропускаем с тобой ход, мы сможем взять под контроль. Так, ходим мы, потом ходит этот. Ну да. Нам выгоднее вот так вот сделать, получается. Так, это терпимо. Этот что будет делать? Просто атакует. Я, блин, знаешь, что боюсь? А ведь я боюсь. Я боюсь, что этот сейчас Ветрокрыл сделает такую подлянку нам. Вот, например, заморозку. Да. Чего боялся, то и получил. Вжарил сам, видишь, как. Не по-детски. Бедного беззубика снесло. Не дай бог он этого сейчас... Так, он сюда ударил. Смотри, смотри, мои все спят. В отключке. Нам тогда надо брать вот этого. Давай, бей своего кореша. Твою дивизию. Я трачу последнюю энергию, прикинь. Чтобы хоть как-то здесь выжить, выстоять. Давай, применяй свой супер удар. Заморозку. Уничтожили. Так, теперь сюда и добиваем. Теперь я понял, зачем нам давали столько всяких груш и прилив сил. Ну давай, крутанем, посмотрим, что нам здесь выпадет. Рыба. И идем на последний раунд, где у нас будет босс. Здесь, кстати, забираем пак. Посмотрим, что нам здесь выпадет из него. Элитных содержит шторморез, шипорез, громобой, шепот смерти, крылатый ужас, громобой защитник, громорог отпрыск и кривоклык. Все, ребят, последний бой с боссом. Сколько тут волн? Неужели три будет? Две, ну блин, оу, стальной капкан, вот тебя-то тут еще не хватало. То есть командышку здесь подобрали, будь здоров. Тут и Громель, тут этот Охламон, и все они с повышением атаки. Ты посмотри, смотри, что творят. Я могу себе позволить? Подожди, а... Понятно, у меня потому что рун нету, да? Это все потому что у меня нет рун. А этот вжарит двойной атакой. Сейчас пропишет. Ёк-макарёк, ребят. Вот скажите, хорошо, что у нас энергия есть, да? То есть мы с тобой еще сможем здесь, так сказать, повоевать. Давай, вон, бомби своего кореша. Фига он влепил ему по самую сурепочку. Единственное, что хильнуться я теперь не смогу. Я и хильнуться не смогу, я и тут и бомбануть его нормально не могу. А он сейчас пропишет, смотри, у него фул энергия. Естественно, ребят, сейчас будет тут прессингом заниматься.
То есть не выживет он у меня. Его сейчас уничтожат. Его уничтожили. Так, если мы прикидываем, тут красные, да? Против красных у нас эффективно синие. Синих, что ли, брать? Сейчас посмотрим, кто у нас тут. Вот. Да, кто у нас из синих там мощный? Вот как вот тут вот можно будет, ребят, сыграть? Блин, извини меня, без всего. Как? Я, честно говоря, прям вот в шоке. Так, друзья мои, попробуем вот таким составом. Это, конечно, ничего не меняет ровным счетом, но тем не менее надо пытаться. Всех будем пока кусать. Так, раз, два, три, сейчас они будут втроем здесь ходить. О-о-о! Бедный, бедный ветрокрыл. Его уничтожили. Как будто его здесь вообще и не было. Понимаешь? Давай сюда атакуем. Так, Громыль. Не, друзья мои, с такими бизонами, я боюсь, мы не справимся. Ну, просто, ну никак. Ну, это невозможно. Разбирай. Я боюсь даже представить. А, ну мы же видели с тобой последнего босса. Кто там у нас будет? То есть трэш. Это еще усиление так себе делает. Раскромсает меня здесь. Вот что я тебе могу точно сказать. Да ты запарил бафаться-то, ё-моё. Он даже не стал делать атаку, он просто бафается. Специально баф делает свой, да? Ну, бомбани по своему корешу-то. Ну, кореш меня, естественно, сейчас добьет. Нет, нас добьет этот. Так, ребята, у меня последняя попытка. И знаешь, что тебе скажу? Что ничего у меня здесь не получится. Я не смогу их одолеть. Я уже попытался, сколько попыток у меня было. И бесполезно. Во-первых, мне не хватает энергии. Это раз. Чтобы захиляться вообще полностью и применять суперудары. Слишком имбовый. Ты посмотри, 18 уровень, 16. Ну куда? Куда мне здесь против них, ребят? Ну серьезно. Разносят в пух и прах. Не дая вообще ни одного шанса, не давая мне. Понимаешь? Разносят то Барсика, то этого моего. Сейчас этот еще говнюк. Ну и что? Вот понизил мне он атаку. И что вот теперь? Даже если я хильнусь, все равно они сходят. Раз, два, три. Кто-нибудь из них сейчас сделает. Этот сейчас, смотри, под усиленной атакой бомбанет. Раз. Этот сейчас укус сделает. И практически все. И этот остается добить просто-напросто моего Барсика. А, нет, ну здесь ладно, повезло. Так, 4 энергии, да? И все равно, ребята, фул. Он сейчас фул энергию накопит. Ты прекрасно знаешь, что делает скалотряс. Ой, стальной капкан. Во. А этот... И все. Сжег Барсика. На твоих глазах сейчас только что. Сейчас у него будет укус. Такой смертельный довольно-таки. По кому-нибудь. А, он даже два огня сделал еще, ребят. То есть, без хила или без прилива сил их здесь победить невозможно. То есть, все мои усилия, что я здесь делал, смотрел рекламы, руны, собирал энергию. Все пошло коту под хвост. Обидно. Обидно, очень обидно. Я думал, мы пройдем, мы с тобой получим эти 300 банок. Да меня даже не столько 300 банок эти волнуют, сколько сил, которые я сюда вложил. И времени потратил на это все. Да, друзья мои, ну, неудачно. И самое это противное, что времени. Через 2 часа закончится событие, и в любом случае мне ничего здесь не сделать. Никак не накопить. Никак не получить. Ладно, друзья, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!